Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать такой небольшой свой обзор на мою посылочку из Казахстана. То есть новиночки, так сказать, предыдущие, которые выпустил Казахстанский монетный двор. Итак, давайте начнем. Это я приобрел две монеты Кулан в блистеры. Монетки довольно-таки красивые и вживую смотрятся довольно-таки интересно. Поле монеты чистое, без каких-либо повреждений. Такие два блистера. Кулана здесь у нас характеристика, тираж 10 тысяч, диаметр 33 миллиметра. Серия «Флора и фауна Казахстана». Такие вот две красивые, замечательные монеты. Далее я приобрел две монеты Роза Бакланова. Блистер мне обошелся, получается, брал уже с рук, 2500 тенге. За два блистера я отдал 5000 тенге. Ну, где-то делите на 7,25, и вы получите цену. Монеты, конечно, дешевле, чем у нас в России. Это такая вот певица Роза Бакланова. Номинал монеты 100 тенге. Здесь у нас герб, национальные орнаменты, номинал монеты. И на латинице Национальный банк Казахстан. Красивая монета. У этой монеты у нас тираж уже 15 тысяч штук. Это выдающиеся события и люди. Также приобрел Куланов 5 монет россыпью. Это был скрыт тролл. Но монеты довольно-таки чистые, хотя тоже есть небольшое количество чистого поля, но тем не менее монеты не такие битые. Такая вот красота. Далее были приобретены два вот таких ролла. Это у нас куланы. То есть здесь у нас герб, и здесь герб с этой стороны. С этой стороны у нас вот куланчики. Эта монетка, она подубитенькая, потому что она первая. Ролл также с замечанием. Порванный, это все спасибо почте, доставке. Здесь ролл на 5000 тенге. Получается, запакован ролл был 18 мая 2021 года. А этот был 17 мая 2021 года. То есть в мае 2021 года эти монеты уже были готовы к выпуску, но в продаже их сейчас только реализовались. Вот так вот с запозданием работает Казахстанский монетный двор. Также куплен ролл полигона, тоже с замечанием, порванный, что очень печально. Так вот выглядит монета полигон. Здесь получается на 2000 тенге, и ролл был запечатан 27 августа 2021 года. То есть вот для сравнения. В 2,5 раза меньше ролла. Так, далее здесь у нас идет серебро монета. Сейчас посмотрим, какая. И эта монета у нас полигон. Монета с сертификатом номер 2952. Тираж 5000 штук данной монеты. Давайте попробуем достать ее из коробочки. Опа, достали. Вот она, монетка. Это все присутствие
пыльцы, разводов, это все на капсуле. Поле монеты чистое. Да, монетка в капсуле болтается, конечно. Довольно-таки красивое оформление. Ну, серебро, конечно, смотрится куда поинтереснее, нежели монетка. Вот если вот на этой монете сделали также зеленый листик, думаю, что она довольно-таки интересно бы смотрелась. Но это уже была бы монета в блистере. Так, откладываем в сторону. Следующая у нас монета. Опять из серебра. И это уже монета у нас житик казана. То есть одна монетка у меня есть. Я решил еще одну себе приобрести. Тоже довольно-таки красивая монета. Здесь у нас уже 2510 номер сертификата идет, и тираж у них 3000 штук. Это из серии сокровища степи. Далее у нас идет две монеты качество пруф. И это у нас, друзья, куаны. Вот это вот, наверное, одна из самых таких красивых монет. Здесь они исполнены в таком в золотом стиле. Ну, из красивых из серии флора и фауна. Что касается тотемов, это совершенно другая тема. Вот даже давайте так вот сравним. Пруф прям вживую, прям вообще очень классно смотрится. Номинал 200 тенге. Куланы такое маленькое степное, маленькая такая степная лошадь, насколько мне не изменяет память. Монеты просто превосходные. Ну и также приобрел два набора официальных житей казана. Два штуки взял себе, один у меня есть. Вот еще докупил два таких вот набора. Ну, давайте, наверное, друзья, сейчас поставлю на паузу, разложу и покажу, в общем, как это все дело выглядит. Итак, друзья, разложил я свою посылочку, чтобы было более-менее видно. Итак, по ценовым категориям, как я и говорил, роза бакланова 5000 тенге, 2500 за блистер. Полигон куплен по ценам интернет-магазина в Казахстане. За два комплекта куланов я отдал 44 тысячи тенге. Комплект это пруф, блистер и один ролл. 22 тысячи тенге, один набор. И по 100 тенге 5 монет россыпью куланы. За набор жити казана 2, одно серебро и два набора я вам не подскажу, потому что я уже не помню. В общем, общая стоимость всей посылки составила в районе 15 тысяч тенге. То есть у меня был такой уговор с моим знакомым, я собираю посылку ему здесь, а он собирает мне у себя в Казахстане. И вот в ценовой категории мы сходились, кому что надо, и это все дело приобреталось. Так что цены, конечно, намного ниже, чем у нас в России. Даже сейчас взять розу бакланову, блистер, куана, как серебро, пруф и, естественно, наборы. Ну, роллы у нас, продажи роллов у нас в России не практикуются. У нас они, если покупаются, то и сразу вскрываются. Вот как-то так. Поэтому, друзья, всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, пишем комментарии, ставим лайки. Всем до новых встреч. Всем пока.